Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Истоки и проходить ее. Я поменял, кстати, щит еще в конце прошлой серии, между тем, как я просто квест убегал. Вот. Просто решил показать, ну, 25 уровень, примерно те же самые что статы, что и у змеиного щита. Ну, в том плане, что не по характеристикам именно, а по вот этим вот перкам. Устойчивость дальний бой, адреналин при парировании и отравление при блокировании. Здесь адреналин при парировании. Только вот шанс поглощения урона больше. И немного другой перк. А отравление при блокировании точно такое же. Вот. Просто, ну, внешний вид решил поменять, потому что тот щит мне уже немного надоел. Дальше. Нам все еще нужно собирать шкуры. Тяжелые, кстати, с простыми я почти насобирал сюда. Но вот мне еще нужны экзотических животных. Либо, в принципе, просто 22 шкуры сюда простых собрать. И вот урон в дальнем бою мне немножко больше нужен сейчас, чем здоровье. Что мы с вами делаем сегодня? Кроме того, что смотрим на плохую текстуру. Мы с вами выполним вот это задание, высшее образование. После этого у нас здесь появилось, кстати, задание «Печатный гость». Но нет, его мы делать не будем. Я его оставлю на следующую серию, наверное. После этого мы с вами пойдем в пирамиду. Вот, потому что здесь мы в гробнице Хеопса не нашли с вами древнюю табличку. Обыщем эту пирамиду, посмотрим на табличку. Обыщем гробницу Минкаура, найдем там древнюю табличку. Потому что, ну, хочется, блин, по пирамидам-то потаскаться. И, в принципе, можно будет вот этот квест сделать, который тут недалеко. Здесь еще и лагерь, в котором надо убить капитана и вот это вот все сделать. Примерный план на сегодняшнюю серию такой. I already told you, the papyrus was taken from me. Just a... Magi, your help is needed again. My idiot son left my offering in his papyrus, which he lost. Это что самое, бабуль, я думаю, что она похожа на то, что она есть. I did not lose it. И пацан, которого ранили. The guards took it. The papyrus is my life, Magi. They go too far, these guards. The papyrus had my notes. Those bastards threw on a boat. I will look into this, Tefibi. And I will find your offering, little mother. Так, все-таки, которые забрали солдата, следует искать в их лодке в Вижн Гавани. Ага, 300 метров. Ну, лодка, кстати, наплывет. Нет, возможно... Скорее всего, плывет. Вот, с этой... С тем кораблем, то он и есть. Так, ну погнали, мне нужна микролодочка. Там на берегу была, но может быть вот здесь еще подальше есть. Что ж так далеко убежал. Не, походу тут все-таки нет от корабля, вот там действительно прям совсем маленькая лодка за ним стоит. Ну и на этой пристани, естественно, ничего нет. Ах, поплыву так. Так, лодочку мы нашли. Мы нашли лодочку, которая нужна. В смысле, Ансин? Как я должен сюда Ансин попадать? В своем уме вообще? Он еще и на дно пошел. Так, отлично. Подожди, ну все. Так, ну капец. Я что-то я цвет-то поменял. А, ну тебе весь масс. Хе-хе, прикольно. This is the papyrus. And the offering. Both Tefibi and Jeppo will be happy. Отлично. Странно, что ты это сказал через 100 метров, как мы уже отплыли. Ну да ладно. А я вон что же в пирамиду хочу. О. Моя страна. Ну, не там немножко выше, где хотел. Still spouting your nonsense. The Greeks will never accept you. Yes, they will.
I'll be a philosopher soon. Your offering. Now you can return to selling your olive oil. I worry about him forever. It is hard to understand when you do not have children. Allow Tefibi his chance. He'll be all right. Так, возможно, кстати, с ним еще потом квест появится, потому что вот с теми же актерами появилось. Так. Теперь самое главное, что нам нужно. Гробница Хеопса. Погнали. Вот мы здесь. Вперед. Кстати, странно, что я здесь вообще не был. Я, видимо, собирался и потом, как обычно, забыл и ушел другие задания делать. Так, ну я понимаю, что мы там есть. Блин, это путь вниз, мне наверх надо. Я наверху увидел метки с помощью сена. Справа там, по-моему, был проход. Вот надо мной были метки, умные. А я все вниз подойду. Возможно, я вниз ходил по основному квесту. Я помню, что вроде бы в этой пирамиде у нас мы очень долго предтечь слушали. Что если этот зал, то я его узнаю. Да, здесь мы были. Но это низина, получается. Самый низ пирамиды, а мне нужно самый верх. И вот куда я там должен был? В самом начале налево повернуть или... Вот здесь сейчас шел, был поворот направо. Табличка где-то там. Она явно выше. Так, ну давайте посмотрим. Здесь у нас налево проход. Нет, это было просто... и тут не пройти. Тогда возвращаемся вообще назад. Да, вместо того, чтобы идти сюда, идем вот сюда. Угу, мне наверх надо все. Судя по всему, это правильное место. Да будет к тебе благосклонен отец, справедливый Хеопс, да поможет он тебе занять свое место среди старейшин, да одолеет твой дух твоих врагов, и пусть душа твоя найдет путь к вратам того, кто принимает мертвых. Так, ну, вот это вот сундук не то, что мне на самом деле нужно. Хайпи с лицом павиана, Дуамутеп с головой шакала, Амсет с головой человека, так, понятно, защищать будет. Четыре сына горы, Нефтит защитит его легкие, Нет защитит желудок, Исид защитит его печень и кишки. Ну, в общем, все всех защитят. Туда, я так понимаю, мне пролезть нельзя, да? Здесь, наверное, тоже проход нет. А вот оно еще выше. Я думал, может, сюда пролезть можно как-то, нет. Нельзя. Так, ладно. Ну, там вроде еще можно было наверх залезть, вместо того, чтобы в эту кишку пролезть. Ну-ка. Вот он поджигает эти штуки. Да, смотри-ка. С
придется просто подойти. Класс. Смотри. Так, куда мы сейчас пролезем? Разграбили все. О, камушек. Мне еще 4 надо таких найти, как вы помните. Есть Джет Сноф, человек по имени Джеди Ро, которому 100 лет. Он по сей день ест 5 сотен хлебов, говяжью лопатку и 5 сотен кувшинов пива. Он может приладить обратно оторванную голову и сделать льва коротким, как котенком. Он знает, сколько залов хранит тот. Чего? Это, если помните, в Dark Souls 2 была фича поджигать. Факелы точно такие же, которые стоят. Да, мы нашли. Точно не нужно. Вот, я ходил просто, поджигал их все, просто ну что-то типа, прикольно. Хотя изначально эта игра должна была быть гораздо темнее, чем она вышла. И темные помещения должны быть действительно очень темные. И поэтому была вся система с факелами придумана. Но в итоге в финальной игре все было, ну... гораздо светлее, они по сути были не нужны. Тот, кто осмелится выпустить пески пустыни, будет навеки погребен в их глубинах. Разбить все печать, чтобы открыть шепную дверь. Разбить печати. Интересно, мы были на самом деле зависеть. Но это вроде как было место, которое мне нужно было. Ну-ка. Я просто такую штуку поставил в коридор. О, царь, ярчайший из звезд спутник Ориона, что путешествует с ним по небу, что правит Дуатом вместе с Осирисом, ты поднимаешься на востоке небосклона, каждый раз рождаясь заново. Так, уже 3 осталось. Варцы. А что сзади написали? Хнумхеопс, сын Снофру и царицы Хитеферас, один из существ в шафрановых одеждах под цветом золотого шара и серебряного солнца. Можно было еще про бронзовый туман написать. Еще один графит. А, нет, это графит, а я там кварц собирал. Блин, значит графит я только один собрал. Ancient writing from the old kingdom. Гробница Хеопс пройдена. А где я сейчас быстро смогу выйти? Интересно мне узнать. И... еще один. Да, но это все-таки не графит. По-моему, тут можно было еще куда-то вот, да, вот сюда запрыгнуть, спеть. Так, здесь тут пик. Так, и где оказался? Я тут не был. О, походу стену можно пробить. Нет, тут не стена. Нет.
Ну, судя по всему, я остаюсь в этой пирамиде. Да ладно, не может быть выход. Где я? Я не видел свет 100 лет. Ну, кстати, я в серединке прям выполз. Так, впереди у нас получается круг камней, который вот здесь так висит 100 тысяч лет теперь, но я не понимаю, где он. То есть я сверху его не видел, он где-то внизу там. Под сфинксом где-то находится. Ладно, это я буду потом искать. Мне сейчас надо вот сюда идти. В гробницу Минкаура и... Там табличку надо будет поискать. Ну что ж, как видите, я здесь, и у меня есть выбор. Наверху, я так понимаю, просто пару сокровищ может собрать. А внизу именно путь к табличке. Я думаю, я сначала поднимусь наверх. Потом спущусь вниз. Хорошо, пошли. Но вот эту ачивку я уже сделал и видел. Слушай, что это? Так, надо направо как-то. Ты же никого не видишь, ну? Неужели тут не за что было зацепиться, серьезно? Да ты шутишь. Столько залазов было. Ну давай пойдем долгим путем. Оп. Хе-хе-хе. И чё здесь все заставлено? Походу надо все-таки снизу идти. Подниматься туда наверх, отодвигать статую, чтобы быстро выйти. Ох, захотел. Интересно, этот факел теперь вечно будет гореть или нет? Может, это для того, чтобы я знал, в какой пещере был или нет? Даже если не собрал, например, табличку, да? И нет пометки, что я на 100% ее сделал. Чтобы самому знать. Я в любом случае сюда пришел. Так, ну, таблицы здесь нет. Есть только ради таблички. Здесь проход сюда. Может, попадешь хотя бы по ней? Где я? Воу-воу! Что-то написано. Класс. Что ж, дамы и господа, это как бы... внутренности игры. Я показал вам изнанку Assassin's Creed Origins. Сломался и умер. А я всего лишь бил змею, и меня назад вытолкнуло за текстуру. Где я сейчас окажусь, понятия не имею. Так, я вернулся сюда, меня заспавнило вообще за пирамиду и нашел потайной проход. С которой на самом деле... А, нет, видишь, куда нужно подняться. Так, мне нужна стрела. Сожжет. Вроде у меня змей вонючий. Точнее, одну вонючую змею, но все еще вонючая. Так, я выше поднялся. А вот она и табличка. И судя по всему, где-то здесь же будет возможность открыть доп. Проход себе. Это же шифрановый зал Никелина. Когда его Кай вернется в мир смертных, то он узрит, как велика была наша любовь. Ну да. Должен быть
графит. Да, 3 штуки осталось найти. Следующая богиня Хамерер-Непти 2. Ну или вторая. Мать царя Верхнего и Нижнего Египта. Та, что видит горы и Сет, величайшая из всех, кто владеет скипетром Хитес. Жрица Джихути, жрица Бапефа, возлюбленная супруга царя, дочь царя, почтенная госпожа. Ancient writing from the Old Kingdom. Шикарно. Так, ну две гробницы мы сделали. Вот он проход, да. Но теперь он хотя бы открыт. Там, где до этого выходил. Так, теперь нужно идти вот сюда и делать вот этот вот квест. Ценные связи. Скорее всего... В принципе, наверное, с пирамиды ближе будет скатиться и добежать. Там пойду. Так, вот я и подобрался к восстанавливателю. Тут еще человек, еще в клетке. You there? Is that a magi badge? Over here. Please, I am weak. The gods are smiling. You are a true hero. Все секреты. Keep quiet. Head down. Куда мне идти с ним? Ну, из лагеря вроде его вытащил. Мне его еще надо будет зачистить. Нет. Freedom! You recover quick. Now, how about we loot some tombs? Have I helped another criminal of Egypt? Oh, that is right. You are a Magi. No, not a criminal. I'm an opportunist. I know your kind. What did you dig up this time? It sure caught the eyes of those bandits. A ring of unparalleled riches. As you can see, everyone wants it. Those bandits dragged me around trying to find it. Me? I just want what it is worth. You think I enjoy being a scavenger? Yes. Come, follow me to my palace. My safety is your duty, is it not? You saw how dangerous it is out here. I suppose. Yes, my very own Magi. What a treat. I thought you were all buried beneath the sands of time. Not all. You should join us. We could use a strong warrior That's like yourself. To get you out of all the trouble you get yourself into. Yes, it is hard out here for us, you know. Bandits are always up our asses. Then you should trade this ring and be done with it. I know, but Giza has so much wonder and mystery. You just have to look hard enough. And the rewards, oh, the rewards! Whoa. Aha! That is my palace! Up ahead! Some palace. Что-то твой дом? Непти! My Сенни! Why didn't you come searching for me? I was locked in a cell for days! Нет, where is the ring? Okay, calm down! Rashidi has it! Who is this? This is my brother, gonna help us find the ring. Are you serious? Okay, yeah, why not? I've got time. Ha! Luck is always on your side. Isn't it, Oba? If it was, I'd have my ring. Our ring? Yes, yes. That ring is worth millions of drachmas. Cleopatra would lay you if you gave it to her. We should check for our other brothers. They have the ring. There are bandits all around here. I'll start there. Interesting. Rashidi went south, likely ran into those bandits camped by the Sphinx. The fool. Rashidi is in danger. I have to get him out of that bandit camp. 400 метров пилить. Ну ладно, здесь вроде бы знак вопросика. Недалеко. Но это, по-моему, тот, который рядом со Сфинксом. Почти уверен в этом. Да, да, это он и есть, у него все глаза мозолит, я не знаю, как к нему попасть. И хорошо, хоть я это убежище еще не расчищал. Так что займемся.
Так, я успел осмотреть лагерь. Теперь осталось разобраться со всеми внутри. Ты что, запрыгнуть не можешь? Серьезно? Один камень вылез. Так, ну давай. Почему у меня так стрел мало? Кто-то уже бьет. Ух ты, мне 5 стрел вернули. Плохо. Уровня чувак и убивался только в голову. Что очень странное. Кстати, стрелу себе вернул. О, коробочка. Та самая. Два графита осталось собрать. Возможно, один уже здесь. Здесь же, кстати, быстро будет. Так, ну до парней я добрался. Чё они дерутся? Друг с другом вроде бы. Как он сразу умер? Подожди. Там же писал, что пол хп так снимет. Неужели я типа в голову попал? Кстати, я так понял, что они на звук вообще особо не реагируют. То есть ты сзади можешь бежать с факелом, я не знаю, там бить все эти чаши, и никто не услышит это. Да, да, я здесь. They will be back any moment. Рашиди? Ха? You know my name. I'm here to get you out. Так, быстро выходим здесь. Ну просто из лагеря его надо вытащить, как уже миллион раз сделали. Все, больше не запретной зоны. Один стражник в итоге остался. This ring you have found is certainly sought after. You know about the ring? Oba and Nepti said you might be in trouble. I think you would all be better off giving up this life, hmm? We could, if we had the ring. Wait. You mean you don't have it? Конечно, у него нет, он же в клетке. To punch me straight in the face and took off to the Haemon tombs to trade it. Who is Turo? A brother. Ah, of course. I will go make sure he is all right. Go back to your brothers. You'll be safer with them. Hardly. Начинающий, блин, охотник. I wonder what tale Turo will tell me. Где он? Где он? Че, только с пирамид скатываться туда вниз. Пойдемте его теперь искать. Ну, посмотрим, продал он кольцо уже или нет, или вокруг него куча врагов. И он в клетке сидит. И кольца у него уже нет. This must be Turo. Он мертв. What's this? Ah, his hand was eaten. A hyena must have swallowed the ring too. Ah, this is absurd. Гиену тебе с кольцом. Почему я? Почему гиена в 600 метрах отсюда находится? Ну да, кстати, здесь логово гиен, это имеет смысл. Ну еще туда теперь побегу. Так, я нашел чертову гиену. У которой должно быть чертово кольцо. Здесь теперь вокруг откуда-то стражники появились. Вдруг. Этот квест. Просто этот квест. Эй, got you! А чё ты не стрелял-то? Ты ж прицелился, если...
Тут полчаса будет стрелять. Не попал. Чё с ней не так-то идёт как надо? А, они её ещё и убить успели. Гоняться за ними придётся. Oh, at last. The ring Orba. Ох, я наконец нашёл его, да. Time to put an end to this. Пойдём. 600 метров же пилить теперь. Так, это ведь снова со сфинксом, да? Сам попросит светиться. Походу, да. Так, чуваки, если окажется, что это не то кольцо, я вас расчленю, блин. И на лошадь свою повешу. I have bad news. You lost the ring? You lost the ring? You lost the ring? Нет, ты потерял кольцо, они говорят. Oh, tragic. And the ring? Yes. Quite unfortunate. And what of the ring? Did you find it? I found it. Did you not hear me? About Turo. This mess is their fault. Give it to me. My Magi, come on. These men are ungrateful. It belongs to me. It is mine. I am the one who does all the work. Give it to me. Я, наверное, первому отдам, которого спас, который меня навел на это. Ну и дичи вы. Ты больше дичи, now, чем я дичи. Are you not sad? Your friends have died. In Giza, a friend dies every day. В Гизе друзья умирают каждый день. Damn those two! I have to find a ring before they do. Keep looking, eh? I'm sure it will pop up somewhere. Ah, I will never give up. Мне кажется, эта штука вся разбита, под ним будет. Но, скорее всего, уже физически нет. Shh. The ring is still missing, but I think it is somewhere close by. Не, даже учитывая тот гумас, который был. Это такое все равно прикольно. Именно то, как он прописан. Эти придурки реально кековые. Ладно, здесь закончим. Пойдем дальше квесты делать. Я думаю, я в Александрии квест с поэтами начну в следующей серии. И потом мы передвинемся сюда в Мемфис. Будем делать здесь дополнительные задания. Вот. С вами был Джек. Спасибо большое за просмотр. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин jdoe.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.